Дай почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Литерева, профессор Вятского государственного университета. Наум Синдаловский, петербургский писатель, основоположник так называемого нового краеведения, отличающийся от общепринятого тем, что в нем есть место шуткам, байкам, чудакам и интересным историям. Еще он специалист по городскому фольклору, опубликовал более 30 книг, анекдотов и слухов. Он не был историком, просто хотел сделать еще ярче и живее историю Санкт-Петербурга. Книга Наума Синдаловского «И смех, и слезы, и любовь» рассказывает о судьбе евреев в Петербурге за 300 лет общей истории. С одной стороны, книга увлекательна, легко читается, содержит много смешных и курьезных историй, а с другой – познавательна и любопытна. Она подталкивает читателей задуматься и поразмышлять об истории страны, о судьбах людей в разное время, о неприходящих человеческих ценностях. А знаете, святой Петр является небесным покровителем не только Санкт-Петербурга, но и вечного города Рима. В обоих городах церкви, посвященные ему, считаются главными. Пушкин впервые встретился с Адамом Мицкевичем осенью 1826 года в Москве на вечере, устроенном по случаю его приезда в Первопрестольную. На вечере с импровизацией выступал Мицкевич. Вдруг Пушкин вскочил с места и воскликнул: «Какой гений! Какой священный огонь! Что я рядом с ним!» Бросился к Мицкевичу на шею и стал целовать. При императоре Николае I еврейских мальчиков впервые начали брать в военные школы, созданные в XIX веке Аракчеевым. Свободно евреи стали селиться в Петербурге с начала 1860-х годов, после принятия Александром II новых законов. Литературно-артистическое кабаре «Бродячая собака», открытое в новогоднюю ночь 31 декабря 2011 года в подвальном этаже на Михайловской площади, дом 5. У его истоков, кстати, стоял антрепренер, доктор эстетики, театральный режиссер и актер Борис Пронин. Его называли собачьим директором, а также режиссер Всеволод Мирхольд и художник Судейкин. А еще в Петербурге жили и работали Троцкий, Ленин, Зиновьев, Керенский, Иосиф Бродский, Сергей Довлатов, Аркадий Райкин, Леонид Утесов, Сергей Юрский, Фаина Раневская. Последняя вспоминала, что у них с Ахматовой была общая страсть — Пушкин. Театральная жизнь Раневской складывалась странно. Несмотря на безусловный талант, и в театре, и в кино ей доставались исключительно маленькие роли второго плана. Однажды в «Сердцах», споря с главным режиссером театра имени Моссовета Завадским на его вопрос, а что бы она смогла сыграть из главных ролей, Раневская ответила: «Я все могу, кроме Ленина. Боюсь упасть с броневика». «И смех, и слезы, и любовь» Наума Синдаловского, 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам: Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! «Дай почитать».